Всем привет! И я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я снимаю очередную серию «Восторг и разочарование». И по традиции я начинаю с восторга. И на сегодняшний день это термальная водичка от марки «Кадали». В составе здесь 100% экологически чистый виноград, и это вода, которая получается путем отжима винограда только в период его сбора. Вода прекрасно увлажняет, прекрасно успокаивает и повышает тонус кожи. Здесь не содержится никаких консервантов, никаких отдушек, и марка Кадали не проводит тестов на животных. Витамины и кислоты натурального винограда дарит очень долгое ощущение свежести вашей кожи. Она действительно надолго ее увлажняет, она стирает следы усталости, она, конечно же, тонизирует нашу кожу и, естественно, потихоньку улучшает ее цвет лица. Использовать термальную воду можно в течение всего дня. Она наносится на лицо, и ее не нужно промакивать салфеткой. Подходит она для любого типа кожи, даже для самой-самой чувствительной. И для лучшего эффекта ее нужно хранить в холодильнике. Итак, на сегодня это восторг для меня, великолепная вода. Использую ее на протяжении 2 месяцев в баллоне 200 мл и, конечно же, спрей, который облаком окутывает ваше лицо этой прекрасной, увлажняющей, успокаивающей и дарящей вашей коже тонус. Я считаю, что на сегодняшний день это одна из лучших термальных вод на рынке. Разочарованием в этот раз для меня стал крем для глаз. Крем для глаз от Avalon Organics. Я им пользовалась приблизительно 3 месяца. И это крем для глаз без парабенов, без сульфатов и, естественно, без каких-либо синтетических добавок, красителей. И плюс этому крему, что здесь содержатся минералы. Крем заявлен как укрепляющий структуру кожи и обладающий подтягивающим лифтинговым эффектом. Я сейчас вам прочитаю, что содержится в составе. Здесь сок барбадосского алоэ, экстракт морского ила, масло семян китайского жожоба, также есть спирт, конечно же, масло кедровое, масло лимонное, масло герани, лаванды, пачули, розмарина, экстракты ядер овса, листьев китайской камелии, семян сои и корня женьшеня. 70% органических веществ находится в этом креме. Что они заявляют? Они заявляют, что будет великолепный подтягивающий эффект, будет эффект изменения и укрепления кожи вокруг глаз, также он будет восстанавливать кожу, также здесь есть интенсивный и богатый минералами состав, который, конечно же, чувствуется при нанесении, то есть он превращается как будто в какую-то пудру, то есть само нанесение происходит как будто бы разглаживает вот всю эту зону. Но, опять же, также заявлено, что будет увлажнять, обновлять, и ваш взгляд будет становиться более сияющим, и ваша кожа вокруг глаз будет в великолепном, восхитительном состоянии. Я, как уже сказала, пропользовалась приблизительно 3 месяца этим кремом, я не заметила никакого результата, абсолютно никакого. Он не разглаживал никаких морщинок, он не придавал никакой упругости, и иногда у меня было ощущение, что мне сухо с ним под глазами. Но я продолжала пользоваться, и что вы думаете, спустя 3 месяца этот крем из приятной, бархатистой, такой кремообразной текстуры, которая великолепно наносилась и превращалась, как я уже сказала, в такую пудровую текстуру, превратилась во что-то вот такое вот ужасное. Если вам видно,
то он весь скомкался. Вся его текстура, сейчас я вам покажу, превратилась вот в такое безобразие. То есть она, я так понимаю, испортилась. Хотя никакого постороннего запаха, никакого постороннего там изменения цвета, ничего такого не было. Но все это скомкалось вот в такие вот крошечки. Вот, ну вот, наверное, что-то видно. То есть он превратился в такую как гранулированную субстанцию, которую просто невозможно наносить навеки. То есть это стопроцентное разочарование, абсолютно недейственное средство, которое в течение 3 месяцев абсолютно никак не сработало, да еще и испортилось, превратилось в какие-то катушки, которые невозможно нанести на лицо. Поэтому 100% разочарование и отговариваю вас от покупки, даже не присматривайтесь к этому средству, оно не стоит нашего с вами внимания. Итак, это была очередная серия из восторга и разочарования. Я надеюсь, что достаточно подробно и полезно донесла вам эту информацию, и вы к ней прислушаетесь. Я очень благодарна вам за ваши комментарии, за вашу любовь, за ваши лайки и подписки. Мне это очень приятно, и меня это стимулирует. Спасибо вам огромное. На сегодня это все. Увидимся с вами в следующих видео. Услышимся в комментариях. А я, как обычно, желаю вам оставаться всегда красивыми. Пока!